Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Михакер, с вами Валентин, с вами Гремли Комбо, блять. Вообще охренел, меня Гремликом называть. А, ну Павел, ладно. Ну, только я тогда Михаил Викторович, Парни, я вам предлагаю не ехать в Старый Собор, а на СЗ ехать. СЗ? Ну, СЗ. Старый Собор? Не Старый Собор, а СЗ. Бежим к замку. О, мой любимый баран. Слушай, давай барана речь, да? А чё? Иди сюда. У тебя есть нож? В аэропорте же у нас палка стоит. У тебя тоже нет? Сейчас посмотрим. А где там у нас палатка? Не, нету, бедный баран. Валентин. А, чё там у тебя? Да, опять что-то не заходит, говорит, типа, харе играть, иди. Харе играть, давай, иди, брат. Из гинга учи, там, сюда. Как вывести токсины из организма, скажите? Пей много воды. Я уже хер выпил, ну ещё. Какой токсин? Ну, любой токсин, который впитывается через воду. У тебя токсикоз? Какой месяц уже? О, здорово. Привет. Сдохни. Миха, понял? Вы приправу насыпали вообще сюда? Точно? Вода какая-то непокущая. У нас отличный летсплей получается. Ну, это самый веселый летсплей. Люди как бы подумают, что какую приправу, да если можно сыпать приправу, да, люди, можно зарубить барана, причем не взять с него мясо и посыпать приправу. И кушать. Из барана получился отличный ролл там. Ну, да. Короче, вы можете мне найти пока двигатель. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, быстро побежали отсюда, тут я чуть не понял. Ни хрена себе, такая зверюга прибежала к нам. Она что, в этих бегает? Кровосос, да. Черт, уходи! Ау! А как она меня ударила? Он может, да. Этот мудак может бить в текстурах? Ну, типа. Ёлки. Знаешь, типа операция ёлки. Может, может. Я его убил. Я его убил. Отлично. Там кто-то стрелял, быстрее садитесь, из леса. Окей. Баран бежит к тебе, это он стрелял. Нифига себе, у тебя тут нету двигателя или чего там еще. Хрена она гудит. Поехали. Бандиган. Эй, ты куда? А чё, куда поедем, кстати? В ЦЗ, там было 6 патронов. Ну-ка высади меня, высади меня. Стой на месте. Я просто хочу посмотреть, обгоню я тебя или нет. Так, если ты не нашифтуешь. Внимание, марш. А, нет, смотри, там. Не шифтом, быстрее. Без шифта. Нихера себе. Воу-воу-воу. Все, все, стой, я осознал свою ошибку. Осознала, беги, пешком, все. Давай, слышь. Нет, все. Я тебя сейчас шмальну. Ты не только меня подставишь. А кого еще? У меня солнце, блин, прям в шары бьет, нифига не вижу. В шары или в глаза? Павел, ты идешь? А вы где? Мы вы куда бежите? Нам надо не... Вы хотите именно эту часть залутать? Вы не хотите ангар залутать, там где есть машины? Ой, там где есть оружие? Мы все хотим залутать. Так нет, там-то это, больше в этом... В казармах есть оружие. В казармах там больше, по-моему, спавнится. Кто около ангаров в черном? Не я, не я. Появился мужик. Около входа прям. Какого? Убиваю его, да? Какого входа? Блять, ну какого входа, ёбаный в рот, нахуй. Убивай, казармы, убивай. Какой? Мужик бегает какой-то, блять. Не, я не черный, ты, блин, ты дурак, я не черный, это я. Какой я черный, блин, входа. Это гили, нахуй. Ну, в смысле, камуфляж. Около входа, блин, он бегает дальше, ёбаный в рот, Миша. Сказал, я у кто около входа? Ты сказал, у ангара. Тайга, это дробовик или как? Сейчас побегу через поле. Опа. Машина. Хаммер. Хаммер. Хаммер? Я ложусь. Отстреливаем. Где? Едет прямо туда. На поле выехал он. Кто стреляет? Я в него попал пару раз. Он на поле уехал. Он в другую сторону поехал, обратно он поехал. Мразот увидел нас. Я ж в него попал. Может, он высадил кого-то? Нет, он доехал, успел доехать до нас.
Он развернулся и на поле, и уехал обратно. Откуда он приехал, расскажите мне? Ну блин, откуда? Ты видел, где мы бежали? Все, бежим дальше. А где ты, Валентин? Да все, уже убежал. Я что думаю, может рвануть через поле, а вон там казарма уже виднеется. Опасности. А погнали, хрена. Посмотри, заебем. Он, скорее всего, я убежал. Ладно, через поле. Давайте, героический рывок. Дельта Форс, блин, в действии. Давайте в разноброс как-нибудь. Ну как-то вот. Мы и так. А где? Маша нас не бал, да? Павел. Слышите? Что? А, видим тебя. Чё слышишь? Я говорю, слышите? Чё слышишь? Это Морозода, походу, возвращается. Нет, тебе кажется. Это ветер шумит на поле. Ну чё, пацаны, давайте змейка начинаем. Вот я вижу казарму, я на неё бегу. Собака. Мразь. А собака это половина беги. Я побежал, короче, в пожарку, и там ангары пролутаю. Хорошо. Мы... Ты с Михой куда бежишь? Я собаку убью. Ну ты куда побежишь, ёпта, налево? Там еще просто два ангара есть дальше. О, куда? Тихо! Я убил, а вон я и убил. Хаммер. Я убил собаку. Вон и Хаммер едет. Где? Вон он. Слева, точно, справа, точно, говорит... точно. Сзади! Сзади, сзади, сзади! Я то ли, блядь, слепой, то ли, блядь, тупой, я... Сука, я не вижу его. О, вижу, блядь. Бесполезно, понимаешь? Я тут палюсь. Он гудит, он гудит. Ты? Это я встал. Он гудит. Нет, что-то. Нет, я имею в виду херачить с такой мощи. Он уехал куда? Дальше? В сторону ангаров побежал. То, ты? Нет, вот он едет, в сторону ангаров едет. Все понял, давай с тобой туда. Я побежал в казару, может что-нибудь возьму помощнее. Он гудит так, как будто он этот самый. Френдли? Френдли. Из казармы выходит. Чат, посчитайте. Hello, guy. Он ледер. Что такое ледер? Херозный. Взлетная полоса. Yes, we... Блять. Yes, we are friendly, man. Фига ты говоришь friendly, ёбаный. И он плюс... Он не отдаст хаммер, это 100%, пацаны. Да, ну надо... Нельзя хотя бы, чтобы он нас убил. Он написал окай. Два колеса нашел. Миха, ты где? Кнопка западает. Я куда-то бегу. Кто стреляет? Да я в зомбаков. А ты куда пробежал, Валентин? Я в казарме. Я обхожу их просто, не нагри. Если нагришь, я тебе сам убью. Я в казарму забегаю, буду отстреливать. А ты нафига забегаешь, Миха, ну блядь, говорю, не агри, ёбаный в рот. В смысле, а ты в казарме, что ли? Блядь, я только вот за тобой зашел. Нахуй ты их агришь, Миха, блин. Блин. Ты сказал, блядь, на тебя не агрить. Отходи. Какого выходить? Что он дальше там спросил? Да нет, дальше надо было в комнату. Стреляй давай по нему. Все. Не стреляй. Не стреляй! Да все, 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 не стреляй. Отходи, отходи. Отходи, бля. Готов. Лутай. Кто-то бежит. Кто-то пробежал. Это зомби. Зомбяк. Зомбяк. Кто стреляет? Все? Тихо, да, отстреливаемся. Хуя, ладно, да. Пожди, пожди. Я попробую сейчас дверь закрыть. Ладно, хуй, давай, стреляй. Так, а я зарядка... У кого совесть не мучает? Разбачить его на хаммер, сюда убить. Сюда близко сейчас и... подойдет, аккуратнее. Кто? Я застрелил. Я застрелил. Собака скинул. Блять, не попал. Попал, все, никого нету. Так, там какие-то патроны. Что? Фонарик армейский бери. Меня как будто кто-то куснул. Миха. Не нужен мне фонарик. Бери фонарик армейский, говорю. Фонарик для слабаков, ё-моё. Бери, нам бы этот хаммер бы заполучить. Он, кстати, и гоняет. Гоняет? Сейчас попробую с ним поговорить. Если... А пойдём, люди, убьём. Пойдёмте его убьём, слышите? Да. Он же где? Он будет ездить долго. А чё, колесо прокнём, ё-моё, чё, сложно, что ли? Я так понял, он по той же дороге гоняет. Блять, Валентин. Мэн, это Айра. Воу-воу-воу! Чё? Тиши-тиши-тиши. Эта мразь меня задавила. Охереть. Пойдём вот скорее. Вот тупорылый мудак. Ты где был? Я вижу его. Был у первого ангара. Видишь его? Вижу.
Сука, да. Тупорылый мудак. Ага, вижу. Сейчас надо построить группу. Хера ты как туда убежал-то, блин. Хера он носится там просто. Я предлагаю его убить. Да, надо его убить, если он сейчас будет меня лутать. Вы видите? Не, он уехал. Ну он поди, он тут гоняет просто так, не всегда это, я понял, да? Там какой-то человек побежал в ангар. Человек прям? Да. Или зомби, не знаю. Ну короче, там кто-то там есть, походу. Вся бы толпа за ним побежала бы. Ну там вон еще один прибежал зомби туда. В ангар? Ты говорили, пожарка или ангар? Ангар, первый ангар. Первый ангар около пожарки. Около пожарки, да, первый ангар. Я там думаю, я там уже белок сделал. Там же это. Прям в полный рост на зомбака бежишь. Ну, блядь, че я? Трусливый, вот, блядь, что ли, хуй? Хорошо, все, присел. Че, пах, тебя убили что ли? Да он меня задавил там раз. Ты не видел надпись что ли? А, у него, короче, ник Сэм Пантипа какой-то там. Я понял, он просто... Оба нацелится! Кто? Кто где? У зомбака это стоит тогда, блин. Ёбаный Валентин. Бегу, в смысле, Егорик. Слышу его. Ездит. Я не слышу. Ездит сама. Ну давай. Да, слышу теперь. Где-то рядом. Вот он. Он на меня едет. Нет, фу, проехал, блядь, сейчас будет разворачиваться, сука. Да-да-да, слышу. Ты где, бля? Выходим на взлет. Ты что, издеваешься, что ли? Ты где? Вы нашли мой труп? Я между ангарами. Он ездит. Нет. И нас вот это, кемпит. Убил вас? Нет, он я нас. Я вижу его. По колесам. Я замахиваюсь сбоку. Черт, у меня фризить начало. Жестко. Что-то вообще жестко прям. Ты стреляешь? Он уже... Он почему-то у меня в другой стороне появился, да, резко. Есть такое. Нереально его убить на машине. Я говорю, у меня прям вообще лаги нехило начались. Да-да, он сейчас в одной стороне, потом раз в другой. Ты был прям в первом ангаре внутри? Да. Павел? Да. Ты прям в первом ангаре внутри был? Я либо внутри умер, либо хер знает где. Это как так? Я около первого ангара. Внутри тебя не видно. Он едет сюда. Что-то говорит. Убейте его, насрать. Эта мразь задавила меня. Смотри, опять что-то тыркается. Глюки, блин. Мразь задавила меня, мразь подохнет от вас. О, тебя откинуло на несколько тысяч километров. О, кровосос, зашибись. Где кровосос? Бегает по взлетной полосе. Ну, по-моему, не за нами. Собака. Блин, есть идея побежать в пожарку и там хотя бы отстреляться. Сейчас я ему устрою. Я ему пробил колесо одно. Сбили! Теперь убейте его. Меня сбили. Тебя сбили? Да, кость сломана. Черт. Кровосос живет. Кровь не потеряна, просто кость сломана. Тихо, я раз тебе сейчас посоветую. Я вижу человека, тихо. Один кто-то умер. А не, это куча людей дохло. Я у входа. Черт. Он мне ноги сломал. Блядь, Миша, ну как ты кинул? Мне пизда, короче.